надолго запомнится пионерское лето, и летние дороги, и встречи, и новые друзья. Несколько дней гостили в Петрозаводске школьники Германской Демократической Республики из округа Нойбранденбург, побратима Карелии. Ребята отдыхали в пионерском лагере «Онежец», побывали на заводах и в музеях, ездили в Кишский заповедник. Цветы к памятнику Владимиру Ильичу Ленину. Пионерский салют у могилы неизвестного солдата. И вот прощальная линейка. «Фройндшафт», «Дружба», скандируют ребята. «Нам очень понравилось в Карелии», — говорили гости. И хоть в эти дни было немного солнца, его возмещала сердечная теплота, с которой нас здесь встречали.